Правоохранительные органы Калифорнии расследуют один из крупнейших случаев мошенничества с программой государственного медицинского страхования Medicaid. Изучение сотен тысяч документов государственных ведомств, а также медицинских и страховых офисов показало, что в Калифорнии налицо масштабная преступная схема, которая пользовалась прорехами в бюрократической системе оплаты здравоохранения. Например, когда одну клинику реабилитации в графстве Лос-Анджелес посещали всего 30 пациентов в день, фальшивые документы и платежи оформлялись на 200 пациентов. В общей сложности только за два последних года в рамках государственной программы страхования из казны штата было выплачено почти 100 миллионов долларов 56 клиникам в качестве компенсации за медицинские услуги. В реальности практически все эти клиники были увлечены в той или иной мошеннической деятельности. Прокуратура Калифорнии возбудила сразу несколько уголовных дел.